Привет, дорогие друзья! Вы на канале Андрей Палагин. Сегодня я, Андрейша, и Миша будем продемонстрировать вам скейтборд. Парк шипчатка! И теперь мы продемонстрируем вам катание в некоторых зонах. Да, на моем самокате и Миша на пиниборде. Что ж, наш первый пункт начинается здесь. Андрей, я тут не буду, тут лестница. Видишь, я его хорошо помню. Я тут не буду ехать. Важный Андрей. Ты что тут? Ну как вам? Здесь видно его самокат. А мой пиниборд. А теперь еще раз. Еще раз тут? Да. Андрей просто... Мы здесь еще снимаем на моем телефоне, потому что Андрей забыл свой телефон дома. Я ему напомнил, он... Думает, ой, я забыла его дома. Я дура. Ладно, давайте ехать. Чистое небо. Скейтборд. Ладно, давайте ехать. Начинаем ехать. О, он так жестко упал только что. Я продолжаю ехать. Я до тебя сказал, Андрей. Андрей будет на этом... Очень ужасный трюк. Вот мне борт не потянуть, я врежусь в кого-то. Вот мне... Вот мне не сомневаться. Да, забирай. Чтобы телефон не упал.
обратно куда-то делать. Вот. Хорошо. О, вау. Классно, пацаны сделали. Давай. Ну, если вы поставите, если это видео наберет 5 лайков, то я съеду отсюда. Поэтому наше время. 5, 4, 3, 2, 1. Если поставили и подписались, то вы молодцы. Я после этого видео посмотрю, сколько лайков. И тем самым мы считаем, сколько. Видели? Вот вперед, прошу. В следующий раз приедем, и я отдохну. Удобно. Как-то еще внутри. Ну я сюда не съеду, я тут не съеду.
Андрей, Андрей. Андрей, наверное, заводит пошел. А, вот он. Красивые кроссовчики, а у него вот такие. Я их называю футзалками, а это сороконожки. Хорошо. Давай-ка еще раз проедем через экстатор на этом. Знаете, что это? Напишите в комментариях. А что это? Это? Я тебе скажу после видео. Попробуйте догадаться, что это. Это рама. Если что, мы находимся возле моря. Возле моря что находится? Напишите мне это в комментариях. Хорошо, ладно. Теперь давай. Это давайте-ка еще один заезд сделаем и на это закончим. Ладно. Ну ладно, пошли. Не поехали, Андрей. Сыны, уйдите. Мальчик. Тут через центр вид. Андрей, я на эту группу не полезу. На ту я полезу, на эту я нет. Поехали. Пойду сюда. Я тут не съеду. Я тебе сразу говорю. Там, ну, блин.